Ну, ответь мне. Россия русская страна? Ну, конечно, русская. А Копырюшина не русская. Копырюшина не русская? Копырюшина есть Копырюшина. Ну, Россия это не русская страна, я считаю. Сейчас. Русь должна быть для русских. Русь, ну такого государства нет. Русь. Руси нет государства. А Россия это еврейская страна. Он спорит в интернете, что больше евреев живет в России, чем в Израиле. Ну, в интернете спорит он, перечитал. Ну, это не мои дела, но религия тут еврейская, христианство еврейское, иудаизм еврейское. У русских какая была вера? Совсем другая. Вот так. Ну, я прочитал, мне это нахер не надо, ну. Уж почитал, подумал, о чем они там спорят.